Сегодня Якутия отмечает 60-ю годовщину со дня образования Якутского государственного университета, ныне СВФУ. Но история вуза корнями уходит в далекий 1934 год, когда открыл свои двери Якутский педагогический институт. Именно на его базе, по постановлению Совета министров СССР, в 1956 году 23 августа создали университет. Первым ректором назначили профессора Авксения Мординова, а на первый курс поступили 551 человек. Всего в первом учебном году в стенах вуза обучалось 1771 студент. За 60 лет существования Якутский госуниверситет выпустил более 60 тысяч дипломированных специалистов. И в 2009 году он получил статус федерального. Сегодня уже Северо-Восточный федеральный университет является одним из ведущих вузов страны. По данным многих рейтингов, наш университет, Северо-Восточный федеральный, занимает ведущее место. Так, по качеству, по спектру магистерской образовательной программы мы считаемся, по мнению экспертов, четвертыми в стране. По работе со школьниками, со школами мы считаемся седьмыми в стране. Но представьте, среди 830 с лишним вузов быть четвертыми, седьмыми – это очень хорошо. Я думаю, вот это то, чего мы достигли к юбилею нашего университета.